христианского ополчения 1612 года. Внутри храма находится белая могила Гета с надписью «Кузьма Минин», под которой покоится прах патриота России. Здесь же находится копия боевых знамен ополченцев. Рядом на территории Кремля установлен обелиск Минину и Пожарскому. Волжская набережная является одной из достопримечательностей Нагорной стороны. С высоты набережной открывается величественная панорама на Стрелку и Заречную часть города. Подножие откоса в 1940 году был установлен памятник Валерию Чкалову, но по столице старым пунктиром обозначены маршруты легендарных перелетов на Дальний Восток и через Северный полюс в Америку. Памятника вниз в виде восьмерки спускается знаменитая Чкаловская лестница. На Нижневолжской набережной находится речной пассажирский порт с несколькими причалами и похожий на большой волжский корабль речной вокзал. В Новгороде родились и жили многие выдающиеся деятели русской науки и культуры. Это родина великого русского математика Лобачевского, изобретателя механика-самоучки Кулибина, литературного критика Добролюбова, композитора и дирижера Малахирева, писателя Мельникова-Печерского, летчика, основоположника высшего пилотажа Владимира Дробинина. На Стрелка. Станции были открыты в 1985 году.
Одесса. Попов. Но это не Олег Попов.
7 включал. Значит, это у нас автобусик уже стоит, экскурсия ждет. Отвезти людей. Красный раньше. Выгоршенный. Или другой, причем красный был. Все красный выгорел. Напротив кофе как раз.
нас вот программа. Съемка. К седьмому причалу. Пристаем. И пойдем сейчас в гору погуляем. Рукой вам помашем. Так, короче говоря. Ну, давайте скажем стоп.